light me up a cigarette and put it in my mouth. Oh, believe in you and her. Light me up a cigarette. Привет! Наконец-то мы забрали зимнюю резину, как и говорил, 14-е. Мы будем ставить ее на разварке. Вы не обращайте внимания, штаны у меня спадают, потому что денег на штаны не хватает, только вот на резину. Ну посмотрим, как поедет на льду, на озере у нас. Будем снимать дальше. Резина, что у нас, кардиант, как она называется? Snow Max. Да, 175-е. На 65. На 65, да. Посмотрим, как поедет. Я думаю, все будет нормально. Вот, десятку почти отдали. Капец. Вчера, значит, переобуться у нас не получилось. Не смогли натянуть резину. Пытались взрывать, ничего не получилось. Дали контакт другого человека. Вот, приехали к нему, сейчас ждем его. Значит, сейчас нам будут варить разварки. Так, наконец-то они перестанут спускать. Наконец-то настал тот момент, когда я решился заварить редуктор. Мы загнали воду в гараж, плюс воду в чем? Мы просто сняли крышку, на 8 болтах она откручивается, и будем прямо так варить. На домкрате все как бы без проблем, все заварится. Нам помогает Дима, но он, к сожалению, сейчас ушел в машину греться, потому что у нас очень холодно, мы все замерзли, рук не имеют. Вот. Мы сейчас будем заваривать и потом снимем, я расскажу свои ощущения на заварке, как я буду ездить, потому что это реально первый раз, когда я на своей машине еду на заварке. Все, смотрим дальше. Итак, вот варится у нас редуктор. Спасибо большое еще раз Диме. Наконец-то я буду на заварке гонять. Камеру сложу. У нас оператор неадекватный, мы сейчас сразу. Так, ребят. Значит, заварили редуктор, возили до ночи, сейчас приехали на парковочку, у нас, увы, льда уже очень мало, снега, естественно, тоже нету, но хотя бы попробуем, посмотрим, как что получится. То есть мне дико интересно, на самом деле, прокатиться на заварке, ну и сейчас снимем, как она поедет. Я буду пытаться что-то показать, не знаю, первый раз на заварке, ребят.